делается наше объяснение сразу, если не забавить себя, правильно? У него фигурирует поближе? Погружше. И как больше. У него фигурирует слово «идеологически». Это слово используется мной не в узкополитическом значении, хотя бы я тоже немножко скажу ближе к концу, а в более широком, метафорическом скорее значении, как правило, речь будет идти о переводческой идеологии. На вчерашнем заседании очень много говорилось применительно к советской практике переводческой, о том, какие мощные социальные институты стояли на страже переводимого источника и отстаивали, так сказать, его права, формально защищая источник от так называемых искажений, но фактически за этим скрывалась часто особая форма идеологического и творческого контроля. Я имею в виду, конечно, в первую очередь, выступление Бориса Владимировича Дубина, и отчасти об этом же говорила, по-моему, Ольга Александровна Смиркова. В моем выступлении речь пойдет о прямо противоположной ситуации. Я буду говорить о том, как принимающая система или культура сознательно, сознательно пытается подчинить переводимый текст своим собственным эстетическим языковым, поэтическим нормам. Что называется, пытается переформатировать этот принимаемый извне текст в соответствии с собственными культурными кодами и правилами. И речь пойдет о некоторых особенностях переводческой рецепции Божественной комедии Данте во Франции преимущественно в 19 веке, хотя я буду упоминать и переводы конца 18 века. Ну, очень коротко скажу, что 19 век – переводная эпоха в истории рецепции Данте и его наследия не только во Франции, но и в Европе, и даже в Соединенных Штатах. Именно в этом столетии комедия начинает впервые переводиться регулярно и очень много. Итак, во Франции к середине 19 века новые переводы комедии появляются в среднем каждые 2,5 года. Всего в 19 веке во Франции увидели свет более 30 переводов комедии, если учитывать те, которые так и не были опубликованы. Когда я говорю 30, я имею в виду и неполные, в том числе версии. Для сравнения могу сказать, что шекспировский «Гамлет», например, за этот же период времени был переведен на французский язык всего 6 раз. Но следует помнить о том, что перевод во Франции традиционно, то есть начиная с 17 века, с эпохи так называемых «Бейрактидей», играл роль не столько инструмента равноправного диалога между Францией и другими культурами, сколько инструмента, при помощи которого Франция демонстрировала свое управление над остальными. Перевод являлся своеобразным механизмом культурного подчинения, если можно так выразиться. И вошедшее в эту примерную эпоху определение «traduction à la française», собственно, и стало означать такое достаточно агрессивно, этноцентричное отношение к переводимому источнику, характерное именно для французских переводов. Эти ассимилирующие, или, как сейчас принято говорить, этноцентрические тенденции сильны в французских переводах комедии на протяжении всего 19 века. Что неудивительно, потому что культура, сильной языковой и стилистической идентичностью, а Франция, без сомнения, относится именно к такому типу, и, как правило, тяготеют к ассимилирующим переводческим стратегиям. И пережившая двухвековой период абсолютного культурного доминирования в Европе Франции воспринималась себя центром европейской литературной системы, а французский язык – эталоном литературного языка. Таким образом, в отличие от Германии, например, где романтизм породил спрос на так называемые остраняющие переводы, предлагавшие читателям непривычные эстетические опыты, выстраивавшиеся как диалог с другими культурами, во Франции переводческая практика не изменила своей, ну, условно, конечно, империалистической, характер и период романтизма. Благодаря тому, что комедию на французский язык переводили так много и часто, в ее примере можно наблюдать как какие-то общие и типичные для французской переводческой практики той эпохи приемы, так и более индивидуальные случаи, казусы адаптации этого текста, связанные в том числе с определенной политической конъюнктурой, о чем речь пойдет. Итак, что же такое божественная комедия для французского читателя середины 19 века? Для начала немножко статистики. Даже весьма приблизительно и, что называется, на глаз сравнивая между собой французские переводы комедии, можно заключить, что для читателя прежде того времени она должна была представлять собой текст с очень размытыми и нечеткими границами. От издания к изданию по воле переводчика этот текст мог то сжиматься, то растягиваться практически как резиновый, увеличиваться.
увеличиваясь или уменьшаясь во время несколько раз иногда. Я приведу два, мне кажется, показательных примера. 682 страница, включая паратексты, зеркально расположенные итальянские тексты, занимает изданный в 1776 году перевод в прозе первой кантики переводчика Жюля Монтонета Клерфона. И из этих 600 с лишним страниц, 270 страниц занимает, собственно, перевод одной кантики. В изданной в 1829 году «Божественной комедии» перевода Антони Дешана, этот перевод в каком-то смысле можно считать манифестом романтической французской донтологии. И речь идет уже не об одной какой-то кантике, а о поэме. Весь текст занимает 240 страниц, текст перевода, разумеется. Я сейчас не учитываю текст вступления и так далее, и замечаний до текста. Это при том, что, как правило, в общем-то, прозаические переводы поэтического текста, они, как правило, более компактные. Ну и в качестве сравнения, скажем, такого эталона, приведу еще одну цифру. Итальянская издание комедии, которая считается до сих пор, пожалуй, самым авторитетным, выпущено оно было под редакцией Джорджа Петрутки в 1975 году в издательстве «Инаути». Там только текст без критического аппарата и без вступления насчитывает 400 с лишним страниц. И на каждую кантику, соответственно, приходится порядка 150. То есть перевод Дешана, иначе говоря, почему я хвалю, выглядит на этом фоне странновато. И дело все в том, что, несмотря на претенциозный заголовок «Божественная комедия», перевод на самом деле не полный. Практически он представляет собой компиляцию избранных песен, очень неравномерно выбранных из всех трех кантик. То есть это своего рода квинтэссенция комедии, а не полный текст. О том, что переведено на самом деле всего 20 песен, а в комедии, как мы все помним, 100, сообщается лишь на втором титульном листе. Таким образом, что только знакомые с оригиналом читатели, а таких в 1829 году во Франции было совсем немного, могут догадаться, что перед ним фактически лишь 1/5 часть текста Данте, который, тем не менее, переводчик преподносит как весь текст комедии. Более того, есть кое о чем, о чем читателю не сообщается вовсе. Например, о том, что в этих переведенных песнях имеются пропуски текста. Пропущенный текст заменяется многоточиями, которые читатель вполне может принять за авторские, поскольку переводчик не сообщает ни о самом факте пропуска, ни о том, какой именно объем текста был пропущен в каждом конкретном случае. Я не случайно упомянула о том, что перевод Дешана – это своеобразный манифест французской романтической донтологии. Все в этом проекте переводчика, начиная с заголовка и заканчивая тем, что ни разу в своем многостраничном предисловии переводчик не обсуждает технический момент, то есть выбор размера, строфы, листка, регистра или никого. Все это отражает романтическую парадигму восприятия Данте и его опус магнум. То есть произвольно выбранные песни преподносятся, как вся комедия, готические картины «Инферно», готические «Беру» в кавычки, потому что этот готический колорит переводчик сознательно усиливает в полном соответствии с теми представлениями о средних веках, которые были характерны для французских романтиков. Вот те псевдоготические песни численно, значительно преобладают над песнями из менее интересных романтикам «Пургатурию» и «Парадизу». Не говоря уже о том, что перевод выполнен Александрийским стихом, точнее, если ориентироваться на заголовок, на титульный лист, он выполнен просто стихом «Traduit en vers», помечая переводчик, под которым по умолчанию, и это тоже очень характерно для французской переводческой практики этой эпохи, понимается Александрийский стих. Это самый популярный на тот момент размер французской поэзии, за которым уже тянется длинный шлейф поэтических штампов, который прочно ассоциируется с французским классицизмом, и выбор столь культурно маркированного размера свидетельствует о том, что переводчики романтики продолжают традиции своих предшественников 17-18 века, активно адаптируя переводимый текст, в данном случае в том числе через выбор поэтического размера, вкусом и предпочтением собственной читательской аудитории. Еще один пример. У Жозефа Гурбийона, еще одного переводчика, выпустившего в 1831 году поэтический перевод первой кантики, количество стихов в каждой песне в среднем на 45-46 превышает показатели оригинала.
И таким образом, только для первых пяти песен «Первиканский» у него на 229 стихов, то есть, по сути, почти на одну треть, больше, чем у Данте. Хотя он не принадлежит переводчикам романтической ориентации, он тоже переводит комедию «Александрийским стихом», вернее, тоже стихом. И более того, несмотря на вынесенное на титульный лист сообщение о том, что его строфа аналогична Данте, он использует четырехстишную строфу. Иначе говоря, он не только выбирает поэтический размер, который найден в длиннее, чем итальянский один стих, он к тому же выбирает строфу, в которой найден стих больше, чем в терцине. И когда читаешь его текст, становится понятно, что, говоря о соответствии своей строфы Данте, он имеет в виду не формальную эквивалентность, а то, что тот объем стихового материала, который Данте умещает в трех строчках терцины, глубинен, растягивает по четырем строчкам 12 служеников. И, тем не менее, все равно ему приходится что-то от себя добавлять, чтобы заполнить эту строку. Неудивительно, что его перевод первой кантики занимает 288 страниц, то есть почти в два раза больше, чем упоминавшееся мной издание Петровки. И тут, в общем-то, не нужно делать специальные подсчеты коэффициента вольности, я их не делаю, чтобы догадаться, что в этом переводе коэффициент вольности должен дошкаливаться. Множество похожих и не весьма заметных, не всегда заметных для читателей способов, французские переводчики комедии активно вмешиваются в переводимый текст, причем на всех уровнях. Решение о том, переводить ли поэму стихами или прозой, переводить ли ее полностью, или предложить читателю вместо полного текста некую выборку, равно как и принципы, решение о принципах, по которым должна делать эта выборка, выбор заголовка для перевода, выбор стихотворного размера. То есть все то, что французский теоретик перевода Антуан Берман обозначает понятием «хорошее подходится», все это определяет и задает целую серию микротрансформаций, которым подвергаются эти переводы всех данных. Ассимилирующая переводческая стратегия тем более эффективна во Франции эпоху, что переводческая практика XIX века основывается на принципе невидимости переводчика. Мелькнув на титульном листе, где его имя часто названо эпитетом, или в пространно написанном предисловии, функция которого часто сводится лишь к тому, чтобы заверить читателя в том, что перевод точен, переводчик затем исчезает из переведенного текста. Его голос сливается с голосом автора, создавая у читателя, особенно неискушенного читателя, иллюзию того, что он читает оригинал, то есть текст самого Данте. И этой иллюзии аутентичности очень способствует, например, то, что согласно нормам времени, хороший перевод должен был быть написан элегантным литературным языком. То есть так, словно переводимый текст был создан на языке принимающей техники. Любые отклонения от языка французской академии категорически не приветствуются. В случае божественной комедии это привело к тому, что целые языковые пласты оригинала, в частности вульгаризмы, официальные выражения, также распространенные обороты, диалектизмы, архаизмы, неологизмы, перефразировались, заменялись эфемизмами или транспонировались в другой языковой регистр. Интересный материал для наблюдения за подобного рода микроскопическими манипуляциями текстом комедии представляет собой заглавие переводов. Они довольно разнообразны. А вот эти примеры я могу показать, только, к сожалению, не телефон. Это цитатный лист как раз-таки губилевского перевода, о котором я только что говорила. И информация на нем, как мы видим, расположена в порядке выбывания значимости. Это иерархия задана, в частности, игрой различными типами шрифтов и их размером. Удивляет отсутствие какого бы то ни было упоминания о том, что это комедия. Из заголовка следует, что перед нами Данте, переведенный стихами, строфами, соответствующими оригинальным терцинам. Постанс корреспондант в терции текстуре. И в самом низу, это вот это не листа, мне нужно спуститься немножко. В самом низу, титульного листа, почти в самом низу, выделено рамочкой название переводимого текста – это «L'Enfer». В этой информации
содержится сразу несколько смысловых подмен, начиная, собственно, с идеи формального соответствия перевода оригинальному тексту. Я только что упомянула, что текст Купидона значительно длиннее, и что выбранные им размеры строфания могут считаться даже условно соответствующими формальным параметрам оригинала. Ну и заканчивая, собственно, приписанным Данте авторством некоего текста под названием «Ад». Известно, что Данте действительно публиковал свою комедию частями, не дожидаясь нашего концерта, не дожидаясь совершения работы, потому что работа над ней продолжалась. Но эта издательская политика Данте была продиктована важными обстоятельствами. Известно, что он возлагал большие надежды на публикацию поэмы, в том числе надежды на политическую амнистию и возможность вернуться в Флоренцию. Он был в это время уже очень немолод и больше 15 лет жил в изгнании, но он иначе говоря отрасился. Но тем не менее, хорошо известно, что сам Данте мыслил свою поэму как единое целое, которое именно в триединстве обретало какую-то смысловую завершенность. И нет ни одного свидетельства того, что он использовал название «Инферно». Наоборот, и в тексте самой поэмы, и в эпистоле «Андранте де ла Скала» автор называет свой текст комедия и никак не выделяет отдельные концики в качестве самостоятельных частей. То есть название «Ад», которое этот переводчик дает своему переводу, как решение его перевести только первую концику, в полной мере резюмирует представление о комедии, характерное для французского 18 века, несмотря на то, что дата перевода 1831 год. Переводчик очень немолод. И он начинал свою карьеру еще при старом порядке в качестве секретаря Марии Антуанетты. Его литературные вкусы, соответственно, сформировались под влиянием эстетики классицизма. И его взгляд на комедию – это, по сути, взгляд предшествующей исторической эпохи. То есть взгляд исторический очень точно датируемый и крайне предвзятый. Классицизм, как известно, скрипя сердце и с большими оговорками признавал определенные достоинства лишь за первой кантикой комедии, отдавая должное ее брутальное, мне казалось, диковатой экспрессии. Но согласен был терпеть Данте лишь при условии, что этот текст, текст комедии, будет значительно, текст первой пантики, будет значительно переработан и улучшен, можно даже сказать, облагорожен. Это очень заметно, например, в известном и очень хорошем для своего времени переводе первой пантики Антуаном де Риваролем, перевод вышел в 1784 году. И он заслуживает упоминания хотя бы потому, что стал одним из основных текстов, по которому Данте несколько позднее будут знакомиться французские романтики, в частности Стендаль. И Риваруэль в своем переводе замечательно емко резюмировал переводческое кредо и свое, и переводческое кредо 18 века, заметив, что, я цитирую, «Данте в силу своих недостатков требует скорее вкуса, нежели точности». Я очень боюсь выйти за границы отведенного мне времени, поэтому обращусь к небольшому эпизоду, на этот раз уже вполне откровенной практической адаптации комедии в переводах «Второй империи». Но нужно сказать, что Италия и итальянская политика находились в центре интересов французского правительства того времени, и, как известно, в 1859 году Франция ввела свои войска в Италии в качестве союзника лимонского правительства, значит, в его борьбе против Габсбургов. И что спровоцировало в самой Франции очень серьезный внутриполитический кризис. Потому что вмешательство Франции создало угрозу папским владениям. Это вызвало, в свою очередь, чрезвычайно резкую ответную реакцию французских ультракатоликов, которые объявили фактически войну своему правительству. Они перешли в оппозицию и начали проповедуется гражданское неповиновение в стране, что через несколько лет, к слову говоря, забегая вперед, приведет к серьезной корректировке правительственного курса внутри политического. Но это произойдет только в 1863 году. А вот в 1857 году, когда выходит новый перевод «Божественной комедии», переводчик Демушис Антуан Жозеф, до этого открытого представления противостояние ультракатолических радикалов с французским правительством Наполеона III было еще далеко, и режим Наполеона III в этот период как раз старается сплотить вокруг себя представителей элит и избегает тщательно любых обострений отношений с французскими католиками.
поэма Данте содержит немало прямых выпадов против представителей католической церкви, в том числе против пап. И в этой связи стоит особо упомянуть 19-ю песню первой кантики, в которой обещается симония и непотизм пап. И наряду с обвинениями в коррупции церкви затрагиваются также некоторые другие вопросы, очень деликатные для отношений Франции и Ватикана. Например, вопросы разделения сфер влияния, светской и духовной власти и так далее. Ну и нужно упомянуть еще особо чрезвычайно дерзкий, резкий стиль, в котором выдержана частично эта песня, особенно это касается прямой речи, которую данный персонаж в этой песне обращает непосредственно на а также я напомню, что характер наказания очень своеобразного и стыдного, которому подвергаются эти виновные в симонии понтифики в восьмом круге ада, о котором, собственно, идет речь в музыкальской песне. Они помещены или буквально, так сказать, воткнуты вниз головой в каменное жерло, из которого наружу торчат ноги последнего прибывшего от папы. Это, в частности, речь идет о Николае III. А ступни ему лежит адское пламя. Мне кто-то указывает, что я уже все? Нет, уже ниже адское пламя. Извините. Картина наказания и ран наказуемых вкупе с характером таким резким обличением, которое бросает персонаж Данте папу Николаю III и Бонифацию его преемнику VIII, все это выделяет 19-ю песню даже на общем фоне Инферно. И страстность этих филиппик со стороны Данте, она совершенно очевидно подпитывается известной личной неприязни Данте к Бонифацию VIII, роковая роль которого в судьбе Данте хорошо известна. По двух словах, напомню, что это тот самый папа, во время понтификата которого Данте будет приговорен к смертной казни, конфискации имущества. И, что особенно пикантно, произошло это как раз в тот момент, когда он находился с важной дипломатической миссией при папском дворе. А его осуждение у Флоренции, в свою очередь, произошло не без вмешательства папы, поверенные которого у Флоренции там очень сильно в этот период мутили, что называется, воду. Так вот, я перехожу к цитатам. Песня открывается, вот что вы видите сверху слева, это первые четыре стиха. Это зачин 19-й песни Великатики. Он представляет собой апостроф, то есть прямое обращение к Симону Волхву. Симон считался, так сказать, основоположником этой порочной практики симонии. И Данте пишет: «О Симон Маг, о мизери секвачи, келекозе дидио, кедигонтате, деум эссере спозе, и вои рабачи, пер оре, пер ардженто, адультерате». Ниже помещен перевод Лозинского, я не буду его зачитывать, чтобы сэкономить время, а сразу прокомментирую коротко текст Данте. У Данте, как можно видеть, в сильной рифменной позиции расположены ключевые слова для понимания сути обвинения, которые последуют. Сегвачи, рапачи. Рапачи — это вообще-то хищники, лазинский переводит. Немножко изменяет текст, а аучба ужасная. И анжабман, который лазинский, кстати говоря, передает, кедибонтате, деонес респозе, ритмическим курсивом выделяет это обвинение, которое Данте формулирует, используя традиционную метафору супружества священника и церкви. И завершается этот первый вступительный период сильным глаголом «адультерате». Справа перевод Деманжиса, и можно заметить, что с ним происходит весьма существенная трансформация уже на ритмическом уровне. Деманжис переводит, естественно, Александрийским стихом, и этот ритм, размеренный ритм Александрийца, уже смещает, немножко смягчает пафос данного текста. Но что еще более важно, это семантические изменения, которые вносит переводчик в текст. Симон, у него превращается в бог, превращается в принца самозванцев, Ханс де Замбоскер. Определение слишком метафорическое, из которого не очень понятно, о чем идет речь.
Также нетручным является второе определение, относящееся к последователям Симона, об акцептатурах, который подменяет грех симонии грехом, грехом скупости. У Данте скупости отбывает наказание четвертом круге ада, и о них речь шла в седьмом песне. Чуть дальше, в стихах 13 и 21, Данте в тексте упоминается интересная автобиографическая подробность. Он как стал очень скрупулезно описывает топографию того места, в котором они находятся. И в частности вот эти каменные воронки, серые, круглые и одинаковые по форме, которые вызывают у него ассоциации с купелью его любимого флорентийского баптистерия, что в свою очередь влечет воспоминания о хорошо известном биографе Данте, эпизоде его юности флорентийской. Данте, как известно, однажды спас мальчика, застрявшего в этой купели, разрубив ее мечом. И в тексте комедии этот эпизод упомянут очень аллюзивно, без всяких подробностей. Я сразу перехожу к третьей сцене. «Люн де ликвале» — речь о купели, да, которую он сказал. «Ancor non en molt tarni, rupeo perunque dentro vanigava». «Перунке» — «dentro» для кого-то, там, какого-то человека, который в ней то ли утонул, то ли задыхался, можно переводить по-разному. Лозинский слегка добавляет детали в этот текст. «В недавний год одну... Извините. Я отрока спасаю страдания, в недавний год одну из них разбил». И вот что делает теперь Демон Жиз. У него этот текст, о котором идет речь, то есть последняя трестишия, взят в скобки, словно речь идет о некой реплике апарте. Как и Лозинский, он добавляет пару деталей, которых нет в тексте, но самое интересное, что он заставляет Данте извиниться за разбитую купель баптистерия. Это реплика Жанна Бризель Марго, хотя про Марго ничего у Данте нет, это неважно. Или он Мафеля Гер, это его вставка, вернее, вольная парафраза текста Данте, «Je m'excuse en passant», добавляет переводчик. И присутствие этой странной, совершенно невозможной вот, в ее разговорности фразы, которую перевести на русский, ну, я не знаю, можно, пользуясь случаем, изменять что-то такое, вполне может объясняться, и я думаю, что объясняется попыткой переводчика отвести от Данте подозрения в сектантстве и даже неортодоксальности. А эти обвинения в ереси, они стали популярны после выхода в 1854 году очень экстравагантного перевода небезызвестного Эжена Ару, в котором он пытался доказать, что Божественная комедия — это очень антикатолический текст, а Данте — еретик, и что это зашифрованное послание, которое, в принципе, вот он и пытался расшифровать не очень удачно. И Демон Жиз таким образом, видимо, очень нелепо и неловко, но пытается защитить репутацию Данте. То, что и стилистика, его перевод совершенно не соответствует стилистике оригинала этого места. Есть еще несколько примеров в этой песне, о которых я уже не могу подробно останавливаться, того, как Демон Жиз корректирует Данте и сглаживает его резкости. Упомяну только, пожалуй, первые слова, которые Данте обращает к еще неузнанному им папе Николаю. Он не видит его лица, потому что папа вниз головой помещен в это жерло каменное. Лозинский переводит так. «Кто б ни был ты, поверженный во тьму, вниз головой вкопанный, как свая». У Данте немножко по-другому. «Укваль que se il disutien disonto animo trista come palco messa». Интересен второй стих «Animo trista come palco messa», в котором сочетается достаточно характерная для данной песни манера выражаться, когда кажущаяся вежливость и корректность «Окваль», «Animo trista» внезапно, благодаря неожиданной грубой метафоре «Come palco messa», то есть буквально как свая, вогнанная в землю, обнаруживает свой подтекст, какой-то черный юмор и злой сарказм, вполне понятный по отношению к этому папе. И вот это удивительное сочетание вежливости, ненависти, неприязни в редакции Демон Жиз совершенно теряется, пропадает саркастический тон, потому что переводчик сохраняет из него только первую часть синтагмы «Animo trista», которую он переводит «от ла малюрозе анна», что совершенно, вы понимаете, меняет атмосферу сцены, заменяя все каким-то однородным, условным и благородно-трагическим стилем.
Я завершаю. Это был маленький, но, как мне кажется, очень конкретный пример того, какими разными и необычными, какие разные и необычные, скорее, представления о комедии и о самом Данте конструируют французский перевод для середины XIX века в сознании читателя. Мне кажется, это может быть повод задуматься о том, что мы имеем в виду, когда, как нам кажется, говорим об одних и тех же текстах. То есть, я думаю, что божественная комедия для французского читателя той эпохи было, по-видимому, совсем не то же самое, что для русского. Я закончила.